После восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году Япония стала одним из первых государств, признавших независимость молодой республики. С того момента между Токио и Баку установились партнерские доброжелательные отношения. Азербайджан для Японии представляет большой интерес не только с геополитической точки зрения, но и как богатая запасами углеводородов страна. Японская сторона оказывала поддержку в развитии инфраструктуры Азербайджана. Японские компании участвуют в эксплуатации нефтяных месторождений Азери-Чирах-Гюнашли и в проекте экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Сотрудничество в различных областях, в частности в экономической и промышленных сферах, интенсивно развивается. В промышленности Азербайджана активно применяются японские технологии. С момента восстановления Азербайджаном своей независимости в 1991 году отношения между Японией и вашей страной находятся на высоком уровне. Мы активно поддерживали деятельность по развитию и благоустройству в вашей стране. В 1990-е и 2000-е годы наши отношения в основном развивались в экономической плоскости. В настоящее время Япония принимает активное участие в космической программе Азербайджана. Растет интенсивность сотрудничества в медицинской сфере. В Японии все более популярной становится азербайджанская сельскохозяйственная продукция. Марки азербайджанских вин пользуются все большим успехом. Оба государства большое значение придают и сотрудничеству в гуманитарной сфере. Япония принимает активное участие в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, жертв агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана. В Азербайджане реализуется японская благотворительная программа «Корни травы и человеческой безопасности». Сейчас наше сотрудничество развивается в направлении человеческих ресурсов, техники и IT-технологий. У нас есть программа «Корни травы и человеческой безопасности», призванная повысить уровень благосостояния жителей регионов и направленная на установку систем водоснабжения, строительство больниц, школ, детских садов. В этой сфере число наших проектов превышает 250. Обмен студентами, изучение японской истории и культуры способствует сближению народов обеих стран. Перевод классических произведений великих поэтов, писателей и мыслителей на языки двух государств – один из путей сближения и приобщения к культурному наследию друг друга. Контакты на высоком уровне между правительствами двух стран способствуют еще более интенсивному сближению и повышению взаимного интереса к культурному наследию обеих стран. Заур Мехтиев, Наиб Гаджиев, CBC.